Работы выполняет «Гигиена Плюс» по договору с муниципальным образованием. В этом году профилактические мероприятия начаты с наземных обработок. Уже обработан детский парк, обработаны каналы вдоль Пионерского проспекта. На сегодня мы проводим контроль авиаобработок. Авиаметод применяется при обработке анапских плавней. Здесь применяется препарат «Бактицид», препарат, разрешенный для работы водоемов в природоохранных зонах, в рыборазводящих водоемов. То есть очень эффективный препарат, который действует на личинки. Работает муниципалитет на стадии личиночной фазы, когда еще идет, только начинается выплод комаров. Поэтому сегодня обрабатывается вся зона Алексеевки, зона Чембурского водоема, зона Азоса, зона Витязевского лимана. Везде обработаны плавни в необходимой концентрации расчетной после проведенного энтомологического контроля.